Привет, друзья! Приветствую на канале Алексавер. Сегодня обзор по фарфору. В обзоре интересный очень чайник, но клеймо пока мне неизвестно. Просьба, я знаю, что у меня есть специалисты на канале по фарфору. Просьба подсказать, что это за клеймо вот такое. Я думаю, кто-то наверняка прояснит нам ситуацию в комментариях. Я вам покажу просто внешнее состояние и стоит ли даже такой, в таком состоянии чайник, стоит ли обратить на него внимание, если он вам где-то встретится. Скольчик есть, трещинка есть. Вот здесь на крышечке. А внутрь она также переходит. Вот здесь носик. Чуть-чуть тоже треснут. Чуть-чуть тоже треснут. И, естественно, отбита ручка. И сама крышечка. Это все, естественно, ручная роспись. Вот здесь сверху держатель ручки отсутствует. Обломан. Тоже небольшие скольчики. Здесь целое все. Ну вот так, друзья. Друзья, надеюсь, вам понравился обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите полные обзоры. Всем пока!